Приглашаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Ну что же, думаю, мяч на протяжении подавляющего большинства времени будет находиться во владении именно этой команды. По-другому они, в принципе, и не играют. Да, сопернику остается только завороженно наблюдать за тем, как движется мяч. И очень легко упустить тот момент, когда пара передач разрезает. В сезоне они, наконец-то, смогут добраться до финала. Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет. С Кимпембе. Решаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Ну что же, думаю, мяч на протяжении подавляющего большинства времени будет находиться во владении именно этой команды. По-другому они, в принципе, и не играют. Да, сопернику остается только завороженно наблюдать за тем, как движется мяч. И очень легко упустить тот момент, когда пара передач разрезает. В сезоне они, наконец-то, смогут добраться до финала. Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет. С Кимпембе. Мбаппе на... Решаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Ну что же, думаю, мяч на протяжении подавляющего большинства времени будет находиться во владении именно этой команды. По-другому они, в принципе, и не играют. Да, сопернику остается только завороженно наблюдать за тем, как движется мяч. И очень легко упустить тот момент, когда пара передач разрезает. В сезоне они, наконец-то, смогут добраться до финала. Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет. С Кимпембе. Мбаппе на... Решаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Ну что же, думаю, мяч на протяжении подавляющего большинства времени будет находиться во владении именно этой команды. По-другому они, в принципе, и не играют. Да, сопернику остается только завороженно наблюдать за тем, как движется мяч. И очень легко упустить тот момент, когда пара передач разрезает. В сезоне они, наконец-то, смогут добраться до финала. Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет. С Кимпембе. Решаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Ну что же, думаю, мяч на протяжении подавляющего большинства времени будет находиться во владении именно этой команды. По-другому они, в принципе, и не играют. Да, сопернику остается только завороженно наблюдать за тем, как движется мяч. И очень легко упустить тот момент, когда пара передач разрезает. В сезоне они, наконец-то, смогут добраться до финала. Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет. С Кимпембе. Мбаппе на... Решаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Ну что же, думаю, мяч на протяжении подавляющего большинства времени будет находиться во владении именно этой команды. По-другому они, в принципе, и не играют. Да, сопернику остается только завороженно наблюдать за тем, как движется мяч. И очень легко упустить тот момент, когда пара передач разрезает. В сезоне они, наконец-то, смогут добраться до финала. Стартовый состав Пари Сен-Жермен. Кейлор Навас в воротах. Маркиньос в защите сыграет. С Кимпембе. Мбаппе на групповой этап Лиги Чемпион. Марко Верратти. Мяч потерян. Какой момент! Опасно тут будет. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что...
Приглашаем вас провести этот чудесный вечер в футбольной компании. Ну что же, думаю, мяч на протяжении подавляющего большинства времени будет находиться во владении именно этой команды. По-другому они, в принципе, и не играют. Да, сопернику остается только завороженно наблюдать за тем, как движется мяч, и очень легко упустить тот момент, когда пара передач разрешена.